пожаловать на канал Уральская усадьба. Сегодня мы приехали на участок, машину разгрузили. На данном этапе будем распаковывать каркас, а также его сборку делать. Вот это расстояние у меня 2 метра. Там дальше будем обшивать торцы поликарбонатом, а также крепить вот такие вот арки к стенам. Второй этап монтажа. Торцы, получается, обшили поликарбонатом. Также каркас собрали, скрутили. Закрепили к фундаменту таким вот образом. Сейчас на данном этапе производим еще сборку дверей двухстворчатых. И будем уже каркас обшивать поликарбонатом. Ну что, монтаж мы закончили. Доделаем последние штрихи, а именно приборку. Получается, у нас в одном торце форточка, в другом также форточка для приветривания. Двери двухстворчатые. Ну и, в общем-то, вот сам бассейн тут находится, укрытый поликарбонатом. Всем добро пожаловать на канал Уральская усадьба. Сегодня мы производили монтаж навеса над бассейном. Такого вот желтенького цвета. Поликарбонат использовался 8-миллиметровый. Навес такой получается на вроде пристенного навеса такого. В торце имеется стеновая форточка, точнее торцевая. Также в другом торце точно такой же. Входная группа, двери двухстворчатые. Так. Как вы видите, арки сделаны из профильной трубы 40 на 40. Без усилителя. И поэтому труба использовалась 2-миллиметровая. А также прогоны 40 на 20 на ребро. И крепилось это все вот с помощью винтов, но никак не саморезов. Чтобы это все было надежно. Панель стеновая изготовлена из 40 на 40 труба и 40 на 20. Также вот эти вот небольшие наполнения 20 на 20. Торцы полностью изготовлены. Наполнение из трубы 40 на 20, а наружная часть 40 на 40. Также, что бы я вам хотел показать, разреши это вот такие вот отливы по периметру установили, чтобы получается вот этот вот фундамент из бруса не подмывал вода, чтобы он не мог сильно, ну, не подвергался, в общем, воздействию влажности вот этой вот среды, потому что будет все это дело стекать, дождь будет идти, стекать, также снег будет сходить. Вот, и чтобы как дольше он прослужил, установили вот такие вот отливы. На этом все. Не забываем подписываться и смотреть новые выпуски. Thank you.